Вот иногда беготня за всем виртуальным может завести человека чересчур далеко. И самое худшее – это не стать жертвой преступления, а стать участником преступления. Это есть одна хорошая книга, да. И моя новая песня, почти новая, она по мотивам. Адским котлом прорав, вынь пробку, и в этом ты будешь прав. Спасибо. Это была песня по мотивам романа Умберто Эко «Маятник Фуко». Покажи мне мир, где ты живешь, чиста, где ни за что не спутать осень с весной. А я порой так глух, один теряю дух. Ты говоришь, иди, я слышу со мной. Покажи мне мир, где дороги длинны, где навстречу ветра, а вдоль и волчай, и то пушистый лес, то море гладит блеск, и чем дальше в путь, тем меньше звучать.
Почему я не здесь? Почему я не здесь? Почему я не здесь? А если я здесь, то когда не весь? Почему я не здесь? Почему я не здесь? Почему я не здесь? А если я здесь, то как-то не весь? Покажи мне мир, где есть запах и вкус, где даже прошлое рядом и границы нет, где стоят дома, как в шкафу тома, за корешками фасадов страницы лет. Покажи мне мир, где звенит трамвай. Ему пытается вторить скворец, где кроме чисел и слов есть воплощение снов и запаханье блесниц биенье сердец. Покажи мне мир, где читают стихи, где поют до утра и всех греет костер. Да, я помню сам, за свои грехи сам оттуда бежал, сам все это стер. За порочный выбор иметь, но не быть, за всю мою грязь, что ты не приняла. Коня твое, иди, я пойду один. Так покажи мне мир за краем стола. Почему я не здесь? Почему я не здесь? Почему я не здесь? А если я здесь, то как-то и не есть. Почему я не здесь? Почему я не здесь? Почему я не здесь? А если я здесь, то как-то не есть. Спасибо. Все, спасибо.